Отель Миле Вородеров. Сразу сбоку теннисные корты. Пойдемте внутрь. Приличный ресепшн. Вот такая тут красота в серединке. Лифт ездит. Вроде бы новые хорошие лифты. Такие интересные колонны. Ну и сам отель прекрасен. Изнутри. Пойдемте же к бассейну. Пройдем через бар. Смотрите, какая красивая красная подсветка. Какая классная терраса. Разрисованные колонны. И, пожалуйста. Пляжа перед самим отелем нету. Давайте спустимся. Однако в этом есть такая первобытная красота. По крайней мере, фотки здесь могут получиться шикарные. Мы чудесным образом обошли отель по кругу. Excuse me, where is swimming pool? Here. Left. А мы пошли right. Тут даже двери сами разъезжаются, только подумайте. Такой ресторанчик. Кондиционером. Все работает. Отлично, вот и зона бассейна и анимации. Там уже идет какое-то представление. Ничего себе. Неплохое шоу для полудня. Invitados a participar dentro de poco. Estaremos comenzando con nuestro tiempo. Tiempo de bailable junto a nuestra orquesta residente. Oh,
детский бассейн и взрослый бассейн. А посередине бар. А вот и пляж этого отеля. Можно так наверху под пальмами отдыхать. А можно вот так лежать на беленьком песочке пляжа Варадеро. Вот такую мы восьмерку сделали вокруг этого отеля. На этом все.